третий день упорных тренировок. Они проходят в Федеральном центре единоборств «Югспорт». Для теннисистов сейчас самый ответственный период. Считаю, что сейчас команда достаточно неплохо готова. Мы, правда, будем играть в Италии без основного лидера Сидоренко Вовы. Он член национальной сборной, поэтому готовится в составе национальной сборной к другому турниру. Вот. А остальные члены сборной в достаточно неплохой форме сейчас находятся. Но, как признаются сами спортсмены, во время турнира важен психологический настрой. Москвич Лев Кацман в составе команды летом 2017 года завоевал среди юниоров серебро на первенстве Европы в Португалии. Собственно, эта победа и определила его дальнейшую судьбу. Он попал в юниорскую сборную России, и спортивных амбиций стало еще больше. Я пришел в теннис в возрасте 9 лет. И я люблю этот спорт, потому что ты работаешь ради цели, ради побед. Поэтому тренировки, понятно, тяжелые, но ты знаешь, ради чего ты работаешь. Валерия Кацур из Екатеринбурга. Она во втором составе команды. Попасть в Италию шанса пока нет, а вот в Казани в конце марта на российском турнире есть возможность побороться за призовое место. Вообще, признается Лера, жизнь спортсменки не из легких. Ежедневные тренировки по два раза, сборы, выезды постоянные. Там может быть месяц не быть дома абсолютно вообще. То есть можешь приехать на один день домой и тут же уехать абсолютно сразу. Тем не менее, воля к победе перевешивает все другие желания. А главное, формирует характер бойца. В жизни и, главное, на турнирах, говорят спортсмены, это неоценимое качество. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.